Вот мы сейчас пришли в ресторан. Здесь очень красиво. Намного больше ресторан, чем в Ибисе. Шведский ужин. И такой, и такие прям изыски, спагетти, кускус. Можно выбрать, вот даже сыр сверху можно положить. Можно выбрать курицу, или кебаб, или треску. И дальше пройти, и там будут десерты. Потом наверх подняться по пандусу, и там столы. И салаты такие тоже очень разнообразные. Салат из тунца, капуста, морковь, сельдь. Вот так красиво тут везде. Как-то Ибис просто более маленький отельчик такой. А здесь вот и конференц-зал всякие много. Белый рояль. В лифте тоже карточная система. Сканируешь карточку и затем нажимаешь этаж, который нужно. Смотрите, какой вид из окна. Ну, красиво. Хоть не какие-то заводы. Так, идем сейчас. Точно так же ковролин, который мешает ехать на коляске. Вот, мы живем в номере 812. Он для людей с ограниченными возможностями. Поэтому, видите, здесь есть дополнительный глазок. Дверь тоже открывается карточкой. Постараюсь. И свет тоже зажигается карточкой, потому что... Сейчас я вам покажу номер. Потому что экономия у них энергии идет. Давайте с санузла начнем. Санузел хороший, мне понравился. Наподобие как в Ибисе. Все соответствует. Полотенец точно так же. Очень много, они все белые. Откидной стульчик. Единственный минус, как мне кажется, это вот этот порог. Потому что если я пересяду на этот стульчик, я не знаю, ну, коляска... В принципе, это решимая проблема, особенно если ты с кем-то. Ну, если ты один. Вот. К раковине можно подъехать. В зеркало себя видно. Слава богу. Есть еще вот такое вот зеркало, но если я буду сидеть внизу, я себя увижу на такой только высоте. Я думала, оно может быть как-то спускается на решетке, но нет. На два человека тут положили и пилочки, и швейные наборы, и всякие разные лосьонки для душа, шампунь, все, что нужно. Много салфеток, туалетная бумага. Так. Поручни два вот. Высота нормальная. Ну, для меня лично подходит. И вот есть еще дополнительная туалетная бумага. Есть еще телефон, если что-то не так. И я прочитала, что... Если вы что-то забыли, вам могут выдать ватные диски или зубная паста, зубная щетка, зубная паста, лосьон для тела. Даже женские гигиенические принадлежности какие-то. Сейчас я покажу комнату. Здесь шкаф довольно-таки большой. Допустим, в Ибисе нет дверей на шкафах. Здесь есть двери, сейф. Ну, вот смотрите, полноценный шкаф. Здесь, получается, для вешалок отдел, а здесь такой. И были тапочки. Также у нас есть холодильник, который мы не можем почему-то открыть. Ну, как всегда, в холодильнике, в баре то, что стоит платно. То, что вот здесь наверху, например, вот вода, это бесплатно. Две тумбочки по бокам. Большой очень минус для меня, то, что нет розеток возле тумбочек. Потому что я хочу заряжать свой телефон и читать какие-то новости, засыпать. Ну, так как этого нету, приходится без зарядки телефон держать. Телевизор. Такой стол. Есть чайник, есть чай. Кофе, нескольких видов причем, сахар, все это положили, кружки, это лампы дополнительные, зеркало, ну вот и все. В общем, очень достойный номер. Я так сегодня, я уже тут собралась, готова к выходу, я решила сегодня в зеленом цвете быть, в зеленых сережках, платье бархатном с красной помадой.
по нарядному. И сейчас мы едем в Сокольники. Сейчас мы спускаемся вниз, и там будет трансфер. И другие люди тоже вместе с нами. Увидимся в Сокольниках.